Всем привет! Вы на канале Марина и Цветочные друзья. Мы с вами продолжаем смотреть выставку, которая проводилась 11 мая в Краснодаре в торговом центре «Галактика». Сейчас мы на месте Марины. И у Марины растения собраны по группам. Я вам покажу, какие вот группы здесь предлагаются к продаже. Это ластовневые. В эту интересную группу входят гуэрнии, стапилии, орбеи с интересными цветами, похожими на морских звезд. Детки, фиалок от 100 рублей, галаксинии 200-250-300, в основном махровые сорта. Это уже укорененные листики и уже розеточки вот такие хорошенькие. Хорошенькие прямо. И это шлюмбергеры и рипсолидопсисы. Тоже от 150 рублей. Обзорно показываю вам суккуленты. И даже не жалуйтесь, потому что это очень долго, если я буду показывать все. Поэтому сейчас мелькнем и пойдем дальше. Это суккуленты Ирины Петриченко. А визитку покажу. У Иры активная страница ВКонтакте, поэтому можете открывать и смотреть там, какие растения Ирина показывает. Все цветут, вот они все цветут. Я цветоносы убираю. Вот они. Гляньте, как необычно окрашено красиво. Срезом головы или листочком. Но мы на сегодня с срезом головы. Это ж надо, мы привыкли, что или вся красная, или вся зеленая. А здесь кончики красные. Прямо как модница с маникюром. Очень необычно. Покажу контакты Ирины. Крестатная форма, а это не крестатная форма, этот не будет таким гребешком. Это один и тот же сорт иониума, но крестатная и не крестатная форма. И мелкие листики прямо похожи на рисинки, как будто бы рис. Адрамискус. Триходиадема таким деревцом бонсайным. А я думала, что она прямо маленькая всегда-всегда. Есть, кстати, каудексные растения. Или бонсай, или растения с каудексом. Не знаю точно, как сказать. Ну, Ира всегда интересна. Если любители суккулентов подходят, то они надолго тут задерживаются, потому что интересно рассматривать. И, конечно, Ира много знает. И названий много знает, и вообще растений у нее много самых разных. Да, я показала. А вот это кто? Это Талинум паникулатум. Талинум паникулатум. Вот стрелочка пошла. Нет, это что такое? Не стрелочка, не вижу отсюда. Нет, уже не вижу, да. Но похоже, что бутончик, да. Короче, не пускай стрелочку, цветет розовыми цветочками. Цветет розовыми цветочками. Кто спрашивал о гибискусе? Вот тут много гибискусов. Сейчас посмотрим, подписаны они по расцветкам или нет. Нет, не вижу. 500 рублей. Наверное, они разные все. Потому что листики разные. Вот оранжевый махровый, например. Оранжевый махровый. Посмотрите, какой необычный лист. Там, оказывается, расцветка была подписана. Я думала, сорт, поэтому... А, тут, наверное, один и тот же сейчас. Белый. Белый сорт. White. А вот это... Что ж такое-то? 500 рублей вижу цену. 600 такие большие уже гибискусы. Азалии. Это красиво цветущее растение по 600 рублей. А
Гордыни уже с бутончиками. Гордыни тоже, кстати, спрашивали по 400 рублей такие. Немножечко суккулентов и сортовые пеларгонии. Вот, например, мерлезон. 800 рублей. Вот такая роза прямо красивая. Уберу свои пальцы и покажу розу. А это у нас, сейчас посмотрим. Как весенние нотки, 1000 рублей. Ой, а это кто такой? Сейчас. А не написано. Сорта не вижу. Смотрите, какой красивый. Красивый цвет, нежно-розовый. Но, к сожалению, вот может быть это она, наверное. Анна Жанет. Нет, ну это не Анна, это другая, наверное. А может быть и она. Может быть и она. 600 рублей Анна Жанет. Эммануэль. 3000 большой кустик. Нежно окрашенный. Есть вот такие пестрый лист 300 рублей. Рядышком стеллар с цветным листиком тоже 300. 200 рублей генуры фиолетовые. Альтернатыры есть вот такие. И с розовым. С розовыми вкраплениями. Вот образец, да. Мы подошли с вами к цветочному месту Маргариты. И, кстати, вот сейчас многие спрашивают, кто отправляет Колиоса почтой. Маргарита отправляет Колиоса почтой. Вот у нее цены 100 рублей сейчас на хорошие уже прямо такие кустики Колиоса. Вот я покажу вам, посмотрите. У Маргариты все они подписаны. В основном все подписаны по сортам. Конечно, погода нам немножко мешает в этом году увидеть настоящую расцветку, но они яркие, посмотрите, какие. Красиво. Красиво очень. Контакты ВКонтакте, да? Да, Якубовская Маргарита называется страница Маргариты ВКонтакте. Есть традисканцы разного сорта, и мелкие коллизии, и вот такая прямо ярко-фиолетовая традисканция. Смотрите, какая красотка. И пестренькие. А вот это сеткриазия, наверное, да? Вот такая, с длинным листом. Да, это розовый рео. А, розовый рео. Розовый рео. Угу. А вот это что за сорт? Безымяшка, сиреневая, вот такая, светленькая. Прямо. Ну, красивенькая. А цена? 150. Что, любая, да? Да, любая. Любая 150. Перламутровая зебринка. Ну и вот показано, вот получается, когда колиусы уже разрастаются в полный рост, только тогда можно сказать, какая именно у них расцветка. Марго, а вот это что за сорт? Очень яркий. Посмотрите, прямо огненный сорт. Вот, кстати, шамаханская царица, посмотрите, как прямо рельефные такие вспененные листья. Красиво смотрится. Угу. А вот это... По названию не могу найти. У меня еще в каталоге его нет. Вот, нашла. Smallwood Drive. Вот это? Да. Smallwood? Smallwood Drive. Smallwood Drive.
Марго, ну запиши мне его тоже коренённым черенком. Ну, крокодил, Маракеш и вот этот, хорошо? Неукоренённый сейчас не хочу просто, потому что куча работы. Еще раз повторю, что Маргарита ВКонтакте, ее страница Якубовская Маргарита. А дальше у нас орхидеи. Здесь сегодня тоже такое прямо оживление было, потому что орхидеи красивые расцветки, такой неизбитая расцветочка, красивая. Привлекательная визитка. Привлекательные расцветки. Цены тоже. Есть 200, 2200, но, конечно, есть и подороже. То есть тут точно по пословице, за удовольствие надо платить. То есть хотим необычных цветочков, ну да. Цены тоже будут не совсем обычные. Вот это, ароматики это, да? Да, эти ароматики. 2900 и 2200 есть аромат, и 2000 есть ароматики. Симпатично смотрятся. Это уже ароматные. Угу, я поняла. В оранжевых, розовых тонах. Ну, здесь котлеи и детки. Орхидейные. Ну, образцы цветения показаны. А детвора сколько стоит? Разные цены. Разная цена идет, в зависимости от размера, от сорта. Угу. Здесь получается у нас Джанет Брэндон 1900. Это у нас Космос 1300. Угу. Это у нас Красотка НКР 19, но это уже большая. Угу. 2,5 размер, 2,400. Разные цены. Да, мы сейчас видели 1300, 2400, 1900. То есть это зависит и от сорта, и от размера. Это уже девочка размер 3, Shine Girl. Уже вся на цветоносах. Хорошая корневая адаптированная. 200. Да. Так, вот такая у нас мультифлорка приехала. Они уже на цветоносах, видите, срезанные приезжали. Вот такие корешочки 1600. Ну, кустики прям большущие. 1600, да. Мультифлора. Да, да, вот такая масса, девочка. Цветет, прям бабочка, видите, какая бабочка. Красотка. Да. Да, хорошая девочка. Таким... Это прям живое цветение фотографировали. Угу. Красота. Такая красота, крупноцветковая, вот с такой красивой губой. 10 сантиметров цветочек будет. Это у нас красотка 1350. 1350, такой горох. Да. Вот такой вот а-ля персик у нас 2,5 размер. Это у нас красотка 1750. 1750. Вот какой красивый. Угу. Яркий, краб у него. Он сам такой просто бомбический. Добавились сорт. Орхидеи. Видите, у нас это мы привыкли. Так, здесь у нас что идет? Биглип. А, нет, это у нас это бантик биглип. Бантик. Бантик биглип. Его давно не было, этого сорта. Он у нас как-то заказывался, не приходил. Он идет 200, да. 200. Сегодня разобрали кустики, вот их 4 штучечки осталось. Ну, это котлейки взрослые. Большая котлея, готовая к цветению, крупноцветковая. У нее 16 сантиметров цветок, 1500 рублей. 1500, да. Взрослая котлея. Да, да, она уже прям взрослая. Чуть-чуть меньше размерчик идет, но еще зависит от того, какой сорт. Бывают лопухастые, бывают поменьше миниатюрные. Тоже вот эта вот фотография 1350. Тоже уже такие хорошие кустики, много бульбочек. Да, вышли. Спасибо большое. Такие интересные предложения. Если вы любите орхидеи необычного цветения, то следующая выставка у нас 2 июня. А почту вы тоже отправляете? Отправляем и почту. Есть магазин Степной. Степная 1/1. Это магазин в Краснодаре тут, да? Да. Так что, девочки, кто в Краснодаре. Вот, пожалуйста. Да, да, я показала вашу визиточку. Да. Визитку показала. То есть это все это можно найти в магазине. Адрес можно? Вам назвала. Так что предложение интересное. Спасибо. А мы
перешли с вами к цветочному месту Людмилы Гарбус. У Люды здесь по 300 рублей. Сегодня много ампельных пеларгоний. Лаванда 250. Ну вот это не зимостойкий сорт, но очень красивый, ярко-фиолетовый, похож на шмеля. По 150 колиусы, уже взрослые кустики. Hot Embers. И вот этот Strawberry. Такой красивый, прямо уже прямо по сорту раскрашен. Красивенький, красивенький. Ну и, конечно, всегда много ароидных у Люды. Здесь и сингониумы, и филодендроны, и монстеры. Встречаются диффенбахи. Вот знаменитый Андре. Люда всегда привозит в большом объеме, с красивым таким уже, ну, масштабным таким листом, конечно. Т-05 называется филодендрон, 800 рублей. Вот он поближе к нам, Андре. Сейчас посмотрим. 2000, вот такая детка, 2000. Ну, я считаю, прямо она стоит того. Гляньте, какие листики, красавица просто. А вот Флорида Бьюти Альба, 1100. Такая. Красиво очень. Ну и следующее такое прямо разнообразное место, это что у нас туда отодвигается туда вглубь своего места, вот дополнительные полочки и очень большое разнообразие цветов. Здесь и садовые, кстати, это и хостеги, и херы. Воды много пьет, свет любит. Пестролистные циперусы. Сейчас цену посмотрим. Нет, не вижу цену. Фолиусы. Тоже это уже ярко окрашены. Семёша сорт. Как его имя? Саш, как это? Вот он, Сатурн. Это, наверное, Бёрнинг Бош. Такой ярко-красный. У меня такой сорт мотылёк, да, не знаю, как он называется, правильно? А вот интересный сорт, кстати. Не знаю, как называется. Красавчик просто. Конечно, у Наташи всегда много декоративно-лиственных растений. Это ее любовь. И вот бегонии вот здесь. Декоративно-лиственные. Цены 250 рублей. Зацветающая бугенвилия. Папоротники самые разные. Цены тоже самые разные. Есть папоротник 1500, например, и мина. Сейчас, ага. Ой, это уже оформляется по сорту, да? Уже на малыше было не видно, да? Сейчас вот посмотрите у Наташи. Вот такой интересный папоротник, у которого вот на кончике ваи, вот на веточках, на листиках, вот листики заканчиваются вот такими интересными метелочками. Угу. Вот это он же? Нет. Это другой, да? У Наташи много таких эксклюзивных сортов. Она просто стала фанатом папоротников. Посмотрите, как смотрится, прямо ажур. Вообще просто красота. Это дорогой, да? 2000 большой экземпляр стоит 2000. Но красавчик так необычно смотрится вообще просто. Просто нет слов. Но есть и более обычные сорта, которые стоят умеренно. Скажем так, например, вот 250 рублей вот такой вот пушистый папоротник, который в прошлом году, например, нам казался очень даже эксклюзивным. А сейчас, конечно, у Наташи уже появилось много самых разных. И вот, Наташа, название у этого, помнишь ты, последний? Фальката морнинка. Или фуния.
Фальката Фурганс. Фальката Фурганс, если а кто-то. Плюмоза? Плюмоза? Плюмоза, вот который предыдущий, вот этот. Так что вот если заинтересовало вас, то. А это которые вот, которые с такими пушистыми помпонами на концах веточек, ваечек. Красивые. Угу. Красавчик просто. Наташа прямо с ними уже запросто справляется. У нее они, ну, такие красавчики, не, просто не описать. Только смотреть надо. Вот я кое-какие показываю вам сорта. Но это, конечно, нужно вживую смотреть. Это очень красиво. Много алоказий. Среди них даже и пестролистная полностью. Дорогой сорт, но кто любит алоказии и может с ними обращаться, это, я думаю, что такая обязательно должна быть в коллекции, потому что это очень красиво. Вот такой филодендрон. Посмотрите, насколько он резной. Много интересного. Кстати, вот я показывала вам вот такую 4500, это стоит монстера карвинского, да, по-моему, она. И вот она только начинала распускать листик, он раскрылся, и он тоже пестрый. То есть это шикарный просто экземпляр. Ну, конечно, он стоит недешево. Недешево. Так что тут вот, кто в погоне за эксклюзивами, здесь вполне у Наташи можно выловить просто такую супер-мупер эксклюзивную растюшечку. Контакты Наташи есть, если заинтересовали контакты, спрашивайте. Я, кстати, Наташа телефон уже наизусть знаю, потому что многим нравятся папоротники, у многих есть интерес к алоказиям и представителям семейства амарантовых, поэтому ничего удивительного. Это у нас Люба Еременко. И у Любы большое количество самых разных растений, включая хойя. Хойя австралис. Хойя австралис, она не новый уже сорт, и он зеленый, то есть на него с разбегу никто не бросается, поэтому он у меня все время в списке желаний отодвигается. Но следующий раз, следующий раз, следующий раз. Пользуясь тем, что он все время у Любы есть. Вот такие черепашки сегодня в предложении. Ой, у меня же руки затекли, честно говоря. 300 рублей вот такой медвежонок. Ну, прекрасные брелочки могут получиться из таких вязаных игрушек. Это девочки у Любы забавляются. Кстати, сегодня, вот если вы заметили, то с Циндапсоса у нас встречались только дорогие. А вот здесь у Любы и самые наши привычные, но, несмотря на это, и недорогие, и красивые. Enjoy. Это Monstera Sebu Blue. Monstera, кстати, стоит сколько она? 200 рублей всего. 200 рублей всего. А бутилоны кто искал? Вот бутилоны сегодня у Любы есть. А бутилоны стоят по 200 рублей. Так, вот это что-то интересное. Сейчас посмотрим. Это, я так понимаю, тростниковая бегония 350. А может нет, сейчас спросим. Сильвер. Бутилоны сильвер. Даш, а вот это тростниковая или кустовая декоративно-лиственная, да, которая горизонтально растет или вертикально? Больше горизонтально все-таки. Я думала, это тростниковая такая необычная. Но тростниковая, тростниковая тоже есть. Там вот я вижу Симона Кирабоши, Софи Сесиль, вот такая вот. Которую лучше держать во флорариумах Алабама Сансет. Цены, вот я смотрю, 550-400 рублей. Вот она, американо. Люба ее все-таки смогла додавить, что она раскрасилась по сорту. Может, ей просто нужно подрасти, чтобы раскраситься. Сейчас посмотрю цену. 500 рублей.
люблю, когда большой вин. Так оно 2-3 вида. Ну и декоративно-лиственные бегонии тоже, включая шипастые. Бегония с шипами не так давно у нас стоила больше 1000, даже больше, по-моему, почти 3000. Сейчас есть 800 и 500 рублей, детки. Бегонии продаются и вот так вот, укорененные листики. Много фиалочек и у Любы эксклюзивные сорта. Это вот такие вот, ну не знаю, эксклюзивные или нет, но цветение, конечно, у них сногсшибательное. Это девочка-пришелец. 150 рублей листик. Миллиана. Продается целиком фиалочка, 500 рублей. У нее прямо букетное цветение, весь букет сверху. Любина селекция, ЕЛ, Еременко Любовь. Люба у нас селекционер, не только коллекционер фиалок. Малиновый закат. Солнечный апрель. Так, вы номер ввели? Антарктида. Всех богатств, которые предлагает наша выставка, их просто не перечесть, не показать. Поэтому, дорогие друзья, если вам повезло и вы живете недалеко, то приходите к нам и воочию убедитесь, сколько тут самых разных, интересных, красиво цветущих, декоративно-лиственных, вьющихся, стелющихся и так далее и тому подобное. Самых разных растений. Я с вами прощаюсь. Напоминаю, что следующая выставка у нас будет проводиться 2 июня на этой площадке. То есть ТРЦ «Галактика», город Краснодар. Парад планет еще вам покажу. Но у нас парад цветов. Несмотря на то, что уже вечер, выставка заканчивает работу, но посетители у нас до глубокого вечера, это торговый центр, поэтому людей здесь всегда много, до самого закрытия. А я еще раз говорю, прощаюсь с вами на этом. Всего хорошего, до новых встреч, пока-пока.